20% украинцев могут лишиться субсидий в начале нового отопительного сезона. Кабмин утвердил новое правило. Теперь, например, если семья владеет автомобилем, которому менее 5 лет, субсидий не будет. В помощи откажут также владельцам просторного жилья. Для квартиры это более 120 квадратных метров, для домов свыше 200. Исключения предусмотрены только для многодетных семей, а также детских домов семейного типа. Соцработники будут еще тщательнее проверять доходы. Если человек работает нелегально или сдает квартиру в аренду, он тоже потеряет субсидию.